Сегодня у нас третья лекция, но прежде чем ее начать, я хотел бы немножко вспомнить план, что мы с вами на предыдущей лекции узнали. Значит, мы с вами рассматривали задачу уточнения параметров движения небесных тел из наблюдений. И у нас с вами рассматривалась вот эта система уравнений, посмотрите. Это точные уравнения, поскольку они получились путем приравнивания абсолютно точных истинных значений. Эти уравнения решать невозможно. Почему? Потому что число неизвестных, здесь вот эта суммарная ошибка, она неизвестна, поэтому их количество, сколько этих суммарных ошибок, m штук, где m число неизвестных, и еще n неизвестных параметров, поэтому число неизвестных у нас m плюс n. А уравнений сколько у нас? А уравнений у нас m, то есть число неизвестных у нас больше, чем число уравнений. Мы такие уравнения решать не можем. Поэтому принимают некоторые гипотезы относительно вот этой суммарной ошибки и заменяют вот эти точные уравнения другими уравнениями, которые называют условными, относительно m плюс n неизвестных. Теперь у нас, посмотрите, наоборот получилось. Теперь у нас получилось m уравнений, сейчас вот они, m уравнений, для n неизвестных. То есть сначала у нас было очень много неизвестных, не хватало уравнений. Теперь наоборот, уравнений слишком много для m штук, уравнений для n неизвестных. Что делать в этом случае? В этом случае мы ничего не делаем, а мы пытаемся найти такие значения параметров, которые наилучшим образом удовлетворяют этим уравнениям. Слово «наилучшее» здесь что-то из области балета, наверное, а не из небесной механики. Поэтому мы должны формализовать, что значит «наилучшее». И вот способ формализации, а в зависимости от способа нормализации у нас получается, значит, разные методы. Все эти методы вместе называются алгоритмами фильтрации. Вот. И поэтому есть такое выражение – решать условные уравнения. Это выражение неправильное, потому что решать условные уравнения нельзя, потому что эти уравнения несовместны. Вот. Поэтому мы говорим, что мы не решаем условные уравнения, а мы находим… Мы делаем оценки параметров. Вот во всех книжках, в которых теория это описана, то там фигурирует не решение условных уравнений, а оценка значения искомых параметров. Вот. Но так как-то по привычке уже употребляют слово «решение условных уравнений». Значит, вот эти условные уравнения. Причем эти уравнения у нас, они… Смотрите, зависимость от параметров измеряемой величины, она может быть нелинейной. И вот это вот заблуждение, что мы пытаемся использовать линейную функцию, приводит нас к ошибкам. У нас есть коллеги в Томске, которые занимаются вот этой нелинейностью. И у них много работ посвящено вот этой нелинейности. Они изучают, как эта нелинейность влияет на решение. И, значит, они показали, что, значит, из-за нелинейности мы можем получить совершенно неправильное решение. Именно из-за нелинейности этой функции от параметров. Ну, еще от времени зависит, но здесь имеется в виду нелинейность от параметров. Но мы еще хуже делаем. Мы заменяем эти и так условные уравнения, которые и так несовместны, и мы не можем найти их решение, а ищем только некоторые оценки, мы их еще загрубляем. То есть мы наши искомые параметры заменяем вот по этим формулам на поправки к этим искомым параметрам. Используем так называемые предварительные значения параметров. Где мы их берем? А мы их берем из предыдущих работ. Наши коллеги трудились и нашли эти параметры предварительные. Вот мы их берем. Но вы знаете, что иногда бывает, что негде взять эти параметры. Тогда мы берем просто так, какие-нибудь параметры, берем
и на основе этих каких-нибудь параметров пытаемся решать систему уравнений. Но так или иначе, мы используем вот эти предварительные значения с нуликом вверху и заменяем на поправки. И тогда у нас получается, вот сюда здесь мы поставили поправки. Это все еще уравнения 146, они все еще точные. В смысле, мы еще их не испортили вот, по сравнению с уравнениями 145. Вот. Но теперь мы начинаем разлагать вот эти правые части в ряды Тейлора по степеням малых поправок. Мы считаем, что они малы. Мы считаем, что наши коллеги неплохо потрудились. Мы разлагаем. Я повторяю сейчас то, что мы на предыдущей лекции изучили, но так, чтобы для полноты картины было. И вот, значит, мы строим условные уравнения относительно поправок. Видите, вот они, эти уравнения, 154. Что здесь дано? Здесь вот эти вот АК и Т, вверху значок И, это числа. Дельта Кси и Т, это числа, вот они. Это к нам приходит из наблюдений, а вот эта функция вычисляется. То есть мы подставляем в нашу модель начальные, то есть предварительные значения, получаем вот эти вот числа. Потом мы вычитаем из наблюдений вот эти вот числа и получаем числа. Поэтому здесь у нас дельта кси и т – это у нас числа, а к и т – это числа. И неизвестными у нас здесь вот эти вот поправки. Уравнения получаются линейные. Линейные неоднородные, потому что у нас есть вот свободный член. И вот мы, значит, пытаемся решать эти уравнения. Решаем методом дифференциального уточнения. Сначала мы полагаем, что эти поправки равны нулю. Подставляем, значит, в наше уравнение. Вот. Потом мы находим эти поправки из этих уравнений. Каким образом? Значит, это линейные алгебраические уравнения. Известен способ решения линейных алгебраических уравнений. Значит, как он решается? Значит, мы находим обратную матрицу. Мы находим обратную матрицу этой матрицы. Так, я еще не сказал, что уравнение, которое мы получаем после вот такой операции, когда мы отбрасываем. И что мы отбрасываем? Мы отбрасываем квадраты вот этих вот поправок. И получается вот такие у нас уравнения. Сейчас я еще раз их покажу. Вот у нас получается уравнение 151. Относительно поправок к искомым параметрам. Как я уже сказал, у нас здесь все числа и только линейно входящие неизвестные поправки. Значит, мы эти поправки находим из решения этих систем уравнений. Каким образом? Мы строим этой системе условных уравнений систему нормальных уравнений. Каким образом строится система нормальных уравнений? Значит, она строится следующим образом. Мы берем, значит, вот эти вот так называемые невязки и строим квадратичную форму. Вот точная квадратичная форма, вот она здесь написана. Но то, что это квадратичная форма, попробуйте-ка здесь найти, где здесь эти квадраты. Никаких квадратов не видно. Здесь входит так называемая ковариационная матрица ошибок наблюдений. Мы по отношению к этой матрице принимаем гипотезы, как я уже говорил раньше, что эта ковариационная матрица у нас диагональна и единична. Значит, и тогда у нас при условии, что эта матрица, ковариационная матрица ошибок, диагональна и единична, у нас вот эта квадратичная форма, вот во что превращается. Здесь уже квадрат, вот он виден. Понятно, почему это теперь называется квадратичной формой. И вот мы, значит, что делаем? Мы ищем минимум вот этой квадратичной формы. То есть такие значения поправок ищем, при которых вот эта функция достигает минимума. Но мы все знаем, что чтобы найти функцию, минимум функции вот многих переменных, нужно взять частные производные по этим переменным, приравнять их равным нулю. Мы это и делаем. И у нас квадратичная форма, после того, как мы берем первый производный, превращается в линейное уравнение. Вот оно получается, какие линейные уравнения в векторной форме.
Значит, матрица L называется матрицей нормальных уравнений. Вот эта система уравнений называется нормальное уравнение. Почему нормальное? Потому что мы здесь дифференцируем по каждому из k параметров, поэтому вот этих вот у нас производных k штук и неизвестных у нас k штук. Очень хорошо. K неизвестно с k параметрами. Значит, мы строим это уравнение и решаем их. Находим один из методов решения — это нахождение обратной матрицы. Мы находим обратную матрицу, умножаем на правой части и находим решение. Вот это способ, формула номер 163 дает нам решение. Вот. Но, как я уже говорил, метод наименьшего квадрата имеет два преимущества. Почему его применяют? Это благодаря его простоте. Другие алгоритмы фильтрации гораздо более сложные. А второе то, что он нам позволяет найти ошибки наших параметров. Ошибки ищутся следующим образом. Вычисляется некоторая вспомогательная величина D0. Вот она, формула для D0. Это сумма квадратов вот этих вот отклонений, измеренных значений от вычисленных. D0 поставляется в эту формулу. Здесь вот D и дельта P. D – это правая часть нормальных уравнений, дельта P – это найденное значение поправок. Поставляем, находим сигма нулевое. Умножаем это сигма нулевое в квадрате на обратную матрицу, получаем некоторую матрицу, которая называется ковариационной матрицей ошибок поправок. Ее иногда называют просто ковариационной матрицей параметров. Вот. Значит, согласно методу меньшего квадрата, любой диагональный член этой матрицы с номером k равен квадрату среднеквадратической ошибки параметра дельта ПКТ. Вот. То есть мы пишем, дельта ПКТ равно 3,5 плюс-минус вот эта сигма, которая находится вот по этой формуле. Вот. Ну, тут еще вводится корреляционная матрица. И вот что интересно, что вот эта вот D0 величина — это сумма квадратов отклонений наблюдений от теории. То есть эта величина показывает согласование нашей теории с наблюдениями. Эта величина очень важна. Вот если мы ее поделим на m и извлечем квадратный корень, то вычисляется величина, которая называется невязкой. Сейчас где она называется? Так, я сейчас не нашел, где она называется. Это называется невязкой. Люди делятся друг с другом. У тебя какая невязка? У меня 0,2, а у меня 0,3, у тебя лучше, у тебя меньше невязка. Вот, то есть эта невязка показывает качество уточнения. Она обычно выражается единицей ее измерения. Это единица измерения, единица наблюдения. Если мы наблюдение ведем в секундах дуги, то у нас это сигма в секундах дуги. Если миллисекундах дуги, то это сигма счета выражается в миллисекундах дуги. Вот. То есть это сигма счета показывает качество нашей работы, то есть качество нашей модели. Вот. Ну, дальше мы, значит, решаем эти уравнения, находим поправки. И после того, как мы нашли поправки, мы смотрите, что делаем вот в эти формулы. И находим новые значения искомых параметров, вот эти вот p. То есть выражаем каждое p через предварительное значение и поправку. Нашли новые значения. Насколько они точны, мы не знаем. Но поскольку у нас уравнения условные, приближенные, мы же отбрасывали, во-первых, ошибки, во-вторых, мы отбрасывали квадраты этих наших поправок, вот, и более высокие степени. Поэтому мы можем, принимая эти новые и улучшенные значения наших параметров искомых, можем повторить всю операцию. То есть можем теперь в качестве вот этих вот p нулевой считать не те p нулевые старые, а новые p нулевые, полученные вот путем прибавления к этим предварительным значениям вот этих поправок. Найдем новые значения.
Эти новые значения мы используем как предварительные. И снова повторяем процесс. Поэтому этот процесс называется процесс дифференциального уточнения. Дифференциальный, потому что у нас вот эти поправки, они разностями являются и истинных значений, и предварительных значений. Вот. И поэтому метод называется метод дифференциального уточнения. И делаем это до какой степени, когда же мы прекращаем этот процесс? Очень просто. Когда у нас сами поправки станут во много раз меньше их ошибок. Например, у нас эксцентриситет равен там, 0,5. Мы прибавляем одну десятую с ошибкой 1/10. Ну, ясно, что 1/10 в эксцентриситете никак не влияет, если значение эксцентриситета равно 0,5. Поэтому мы сравниваем наши поправки вот с этими сигмами, которые мы находим по этой формуле. Мы сравниваем с сигмами. Смотрите, если поправка равна, там, скажем, 1/10 плюс-минус 1/100. Существенная поправка? Да, существенная, потому что, смотрите, она равна 1/10, а ошибка у нее 1/100. А если наоборот, у нас поправка 1/100, а ее ошибка 1/10. Какой смысл имеется в этой поправке, если она в 10 раз меньше своей ошибки? Поэтому мы можем процесс уточнения прекратить, прервать его. Вот эти отношения поправок к их ошибкам имеют кличку, имеют название, называется параметр студента. То есть из всех отношений поправок вот к этим сигмам выбирает, находит максимальную и по всем поправкам и смотрит, если это максимальное значение получилось меньше заданной величины, так называемый максимальный параметр студента, то мы прекращаем процесс уточнения. Если он еще, это отношение существенное, то мы продолжаем процесс уточнения. Если отношение стало мало, мы прекращаем процесс. Но параметр студента максимальный по-разному. Некоторые авторы принимают его равным 1/10, некоторые 1/100, некоторые 1/1000. Ну, где-то разумно применять параметр студента равный 1/100. Вот. Мы прекращаем процесс уточнения и получаем вот эти вот наши новые найденные параметры, считаем их истинными. Вот я вам говорил, что есть такие так называемые условия, когда метод уменьшения квадратов работает. Здесь. Сейчас, минуточку. Вот эти условия. Значит, откуда взялись эти условия? Эти условия взялись из теории вероятности. Они говорят, что значит метод наименьших квадратов работает. Это значит, что метод наименьших квадратов дает решение, близкое к истине, наиболее ближайшее к истине. Насколько ближе, это никто не знает. Это теория вероятности об этом не говорит. Он говорит, что вот если мы эти условия все соблюдем, то тогда мы получим решение, наиболее близкое к истине, применяя этот метод наименьших квадратов. Но мы истину-то не знаем, поэтому, значит, как это метод наименьшего квадрата. Но там есть в теории вероятности такие понятия, как состоятельность, там есть разные характеристики метода алгоритма фильтрации. Вот. Это можно найти в книжке Ильясберга. Там этот метод наименьшего квадрата выводится с точки зрения теории вероятности. Ну, и в результате мы приходим к такой необходимости вычислять вот эту матрицу L, матрицу коэффициентов нормальных уравнений. Для вычисления используется вот такой подход. Смотрите, это слева стоит вектор столбец А, это производные от наших измеряемых величин по параметрам. То есть здесь у нас N параметров и N этих величин. То есть это вектор столбец, содержащий N элементов. Это слева стоит. Справа стоит некоторая матрица А, умноженная на вектор столбец Б. Посмотрите, это частная производная от нашей модели, от кси, по P1, по P2 и так далее. Это частная производная от сложной функции. Это равняется dxi по dx, dx по dp1, dx,
кси под y, dy под p1. То есть здесь по правилам умножения матрицы на столбец, то есть мы всю строку умножаем вот на этот столбец, потом вторую строку умножаем на этот столбец. И в результате мы получаем вот эти вот наши частные производные, которые нам нужны. Мы подставляем туда, делаем операция черта называется. Мы подставляем в эти производные, во-первых, момент времени, момент наблюдений, и в качестве наших параметров подставляем предварительные значения параметров. И получаем числа. Но вопрос, как вычислить вот эти вот, как вычислить элементы вектора столбца B, мы рассмотрим на следующей лекции. А вот сейчас рассмотрим, как вычислять эти производные. Посмотрите, это координаты, это производные от координат по параметрам. Представьте себе, что у нас модель движения – это кеплеровское движение. Значит, это производные от координат кеплеровского движения по элементам кеплеровской орбиты. Я уже про это говорил, что, значит, нужно дифференцировать эти формулы кеплеровского движения, и мы получим вот эти формулы. У меня в этом учебном пособии, там, где говорится о кеплеровском движении, эти формулы есть. Сейчас я попробую их вам показать. Значит, вот здесь формула для координат эллиптического движения, здесь формула для компонент скорости. А вот они, частные производные, посмотрите. dx по dn, три штуки. dx точки по dn еще три штуки. Про x точки мы с вами не говорили, потому что x точка – это скорость. Какая измеряемая величина зависит от скорости? Вы можете себе представить измеряемую величину, которая зависит от скорости небесного тела? Легко представить, она у нас в смартфонах, эта скорость используется, потому что у нас спутники наши движутся, и скорость движение нашего смартфона по отношению к спутнику, вот это есть та самая x-точка. Вот. Теперь смотрите, у нас dx по наклону, dx точки по наклону, по m, по средней аномалии. Мне могут задать вопрос, как это так, мы по средней аномалии, средняя аномалия у нас искомая величина. Нет, мы используем не среднюю аномалию в эпоху, m нулевое, которая у нас константа. Мы используем m. Это еще Лагранж понял, что нужно в качестве параметра использовать среднюю аномалию, а не среднюю аномалию в эпоху. Теперь смотрите. Производные от координат по омеге маленькой, по омеге большой. Здесь вот по омеге большой. И здесь есть одна такая тонкость. Значит, если у нас среднее движение является независимым параметром, то применяются вот эти формулы. Но бывает часто, что нам приходится уточнять 7 параметров орбиты. Это происходит тогда, когда у нас масса нашей системы неизвестна. Тогда мы в число уточняемых параметров включаем независимо большой плосик и среднее движение. И тогда мы второй член здесь отбрасываем, здесь написано. Следует отбросить вторые слагаемые, а производные по большой полосе вот вычисляются вот по этой формуле. То есть отдельно вычисляются производные по среднему движению, отдельно производные по большой полосе, вот по этим формулам. Когда нам еще раз напоминаю, когда нам нужно независимо определять среднее движение и большую плоскость, когда нам неизвестна масса системы. Таким образом мы вычисляем массу системы. Так, возвращаясь к нашим формулам. Вот. Но это элементы кеплеровской орбиты. А представьте себе, что у нас численное интегрирование, вы делали практикум все, и вы знаете, что начальными параметрами движения могут быть не эксцентриситет и наклон, а могут быть вот эти величины. Посмотрите. Значение координаты компонент скорости в начальный момент времени. X нулевое, Y нулевое с нуликом вверху, X первое, второе, третье. И здесь мы, смотрите, как вы применили
обозначения изменили. Раньше мы привыкли, координаты это что такое, обозначали x, y, z. Здесь мы эти координаты используем буквочку x, но номерок присваиваем 1, 2, 3. X это будет x1, y будет x2, z это x3. Но это еще не так страшно, вон теория относительности используется. Кристофелевые экстенсивы, слышали про такое, наверное, да? Нет, кристофелевые экстенсивы. Это трехиндексная конструкция. Вот. Но здесь у нас одна индексная конструкция, один индекс. То есть x это будет x1, y будет x2, z будет x3. И поэтому наше уравнение, где у нас вот эти уравнения, это уравнение относительного движения. Это уравнение движения точки под действием возмущающего тела. Вот здесь вот этот член, второй член, здесь у нас, смотрите, m' это масса возмущающего тела. Это задача трех тел. Поэтому задача трех тел мы решаем вот эти уравнения. И для удобства мы пронумеровали координаты 1, 2, 3. И правой части этих уравнений мы обозначили f1, f2, f3. Вот что мы сделали. То есть это уравнение, которое есть в любых учебниках, в книжке Дубошина, в книжке Субботина есть. Это уравнение движения в задаче трех тел. Третье тело имеет массу m'. Вот. Как быть в этом случае? Как находить частные производные от координат по параметрам? Значит, еще раз, координаты у нас x, y, z, а параметры вот они, смотрите. Это значение координат и компонент скорости в начальный момент времени. Как находить эти частные производные? Значит, я разговаривал с нашими коллегами из Института прикладной астрономии. Они что делают? Они заменяют частные производные конечными разностями. Вот. И используют конечные разности. Берут превращение аргумента, превращение функции, берут отношения, выбирают достаточно малое превращение аргумента и превращение функции отношения превращения аргумента. Получается приближенное значение этой производной. Но есть другой способ, как это поступить. Посмотрите. Значит, мы можем взять частные производные от левой и правой части вот этого уравнения. Вот, посмотрите. Вот эти уравнения. Можем взять частные производные от левой части и частные производные от правой части. Почем? По нашим вот этим уточняемым параметрам. И здесь, если мы берем частные производные от d2x по dt в квадрате, мы меняем порядок дифференцирования. При некоторых условиях на эти функции, накладываемых в матанализе, это можно найти, какие условия нужно накладывать, чтобы поменять порядок дифференцирования. И мы меняем дифференцирование. Посмотрите, мы берем частную производную от d2x по dt в квадрате, а в результате, посмотрите, что получается. Мы берем d2x по dt в квадрате от этой частной производной. Вот здесь мы поменяли порядок дифференцирования. А в правой части так и будет частная производная. Посмотрите, df по dx по нашим параметрам будет df по d координате, координата по нашим параметрам. Посмотрите, df по dx n, это вот оно. Ну, нужно просто продифференцировать вот эту функцию. Ничего хитрого тут нету. Вот эту функцию дифференцируем по координатам. И поэтому вот это у нас df по d координатам, вот она здесь фигурирует. А что собой представляет второй множитель? А второй множитель – это и есть наши искомые функции. Это же, посмотрите, производная от координат по начальным параметрам. То есть это и есть наши искомые функции. Они у нас, посмотрите, слева, и они у нас справа. Значит, уравнение можно решать тогда, я вам уже много раз говорил, что тогда можно решать уравнение только тогда, когда у нас, значит, уравнение содержит либо искомые функции, либо независимые перемены, либо константы. Ну, константы, они где-то там запрятаны, вон m и m', они там сидят у нас, вот они. А искомые функции у нас, посмотрите, dx и t по dx и t нулевой. То есть искомые функции – это частные производные от координат по начальным параметрам. Они у нас сидят вот здесь и вот здесь, слева и справа. Слева они сидят по знакам второй производной, а справа вот они линейно сюда входят. Как решать эти уравнения? Это же уравнение относительно искомых. Во-первых, посмотрите,
в этих уравнениях у нас искомыми функциями являются вот эти частные производные от координат по начальным элементам. А вот это f и t по x, оно же содержит координаты, посмотрите. Вот она. Смотрите, тут x сидит, xn, координаты сидят. Как быть? Как будто инородная, здесь инородная функция по отношению к нашим искомым функциям. Нет проблем. Мы делаем численное интегрирование совместно уравнение движения, то есть вот этих уравнений, вот, где искомыми функциями являются координаты. Правой части этих уравнений содержат только искомые функции, только координаты. Здесь нет вот этих частных производных. А вот уравнение для частных производных содержит как сами эти искомые функции, частные производные, так и функции, которые зависят от координат. Объединяем эту систему. Сколько уравнений получается? Три уравнения для координат. А этих частных производных сколько штук? Значит, три координаты и шесть этих параметров. 6 и 3 – 18. Получается 18. 18 плюс 3 – 21. Система имеет 21 порядок. То есть мы решаем систему уравнений численным интегрированием 21 порядка. То мы решаем только уравнение, решали только уравнение движения, вот эти, и вы в своем практикуме решали уравнение движения, но у вас этого члена не было, вы брали только кеплеровское движение. Вот. А теперь мы решаем систему не из трех уравнений, а из 21, прибавились 18 вот этих вот уравнений, вот они. Вот. Решаем совместно численным интегрированием. И вот эти производные, посмотрите, dx и t от координат по начальным элементам, имеют кличку. Они называются изохронными производными. Вот вы можете даже загуглить изохронные производные, что это такое. Вот они называются изохронными производными. Почему изохронные? Потому что они вычисляются на тот же момент времени, на который у нас вычисляются координаты. Вот мы строим уравнение движения для изохронных производных и делаем численное интегрирование совместно с уравнениями движения. Уравнение движения 3 штуки, уравнение для изохронных производных 18 штук. 21 уравнение интегрируем совместно. Вот. И получаем таким образом вот эти вот... Да, но для численного интегрирования нужны же начальные условия. Давайте посмотрим, как выбрать начальные условия. Посмотрите. У нас координаты зависят от координат. Посмотрите, если у нас... То есть координата x от начального значения координаты x, начальный момент времени, это производная сама по себе, то есть это будет единица. А поскольку у нас координаты являются независимыми величинами, то частная производная от координаты x по начальному условию координаты y будет независимой величиной, поэтому 0 стоит. Поэтому у нас начальные условия здесь единицы, а здесь нулики. А для компонент скорости у нас не зависит у нас координаты от начальных скоростей. У нас любая координата для любого положения небесного тела, небесное тело в любом положении может иметь любую скорость. Поэтому у нас вот эти частные начальные условия для производных от координат по компонентам скорости равны нулю. А если у нас измеряемыми величинами являются величины, связанные со скоростью, то наоборот, у нас, значит, компоненты скорости не зависят от начальных координат, потому что у нас координаты могут быть, положение тела может быть одно, а скорость может быть другая. Поэтому здесь у нас наоборот, вверху стоят все нулики, а внизу по диагонали в единички. Вот. И вот у нас мы интегрируем эти уравнения. Но есть одна тонкость. Посмотрите. Здесь есть большой соблазн. Посмотрите, в этих уравнениях. Вот наше хроническое движение. Стоит масса возмущающего тела. И у нас есть большой соблазн найти эту массу возмущающего тела. Его же можно найти каким образом? А включить эту массу М', но обычно не М', а ЖМ' включает
число уточняемых параметров. То есть еще один уточняемый параметр сюда можно включить. И находить. А как изохронные производные для этого параметра? Значит, нужно взять частное производное по этому параметру. Посмотрите, частное производное вот от этого члена, это слагаемое у нас не зависит от М-стрих. Вот это зависит от М-стрих. Берем частное производное, остается вот эта круглая скобка. Но, вы знаете, я когда это делал, я здорово ошибся. Я взял, производное по ЖМ-штрих вот этого члена. Это вот эта скобка, потому что линейно входит. Оказывается, нельзя только брать производные вот так линейно входящие. Дело в том, что координаты-то наши тоже зависят от М-штрих, от массы возмущающего тела. Поэтому нужно брать еще... Где-то здесь у меня дальше есть. Вот, смотрите. Здесь я взял, видите, эту круглую скобку. Линейно входящийся ЖМ я взял производную по нему, по мюштрих. Мюштрих – это ЖМ-штрих. И вот этот член, сначала я про него забыл, у меня ничего не получалось. Посмотрите, здесь у нас имеется в виду, что наша координата зависит от мюштрих. Мюштрих – это ЖМ-штрих. Вот эти слагаемые нужно сюда добавить. И строим уравнение движения для изохронных производных от координат по искомому параметру мюштрих. Вот эти уравнения. Тогда мы можем включить в число наших уравнений еще 22-е уравнение. Вот это уравнение. И таким образом, интегрируя совместно систему 22 уравнений, мы находим, значит, все необходимые изохронные производные. Но начальные условия нам же тоже нужны для этих x dx под m-штрих. Они все начальные условия равны нулю. Почему? Потому что если у нас возмущающего тела нету, массового равны нулю, то у нас и производные равны нулю. Поэтому в начальный момент времени у нас все эти производные равны нулю. Вот такие начальные условия. В общем, все просто делается. А вот если у нас такая... Значит, мы рассмотрели, смотрите, задача кеплеровского движения. Формулу я показал. Вторая задача – это, значит, задача трех тел и определение массы возмущающего тела. Еще может быть задача – это, вот она здесь сформулирована, задача о движении спутника сжатой планеты. И здесь нам нужны частные производные, посмотрите, по параметру. По вот этому, по сжатию, которое мы, по параметру G2. Ну что ж, очень просто берем эти частные производные. Вот они, дифференцируем. DF по DX. И вот частные производные у нас легко получаются. Вот они. Посмотрите, DF по DX чертой. Вот эти формулы. Вот здесь дается формула для частных производных от наших от наших координат по сжатию, по G2. Вот здесь это входит. То есть формулы имеются, нет проблем, можно программировать и решать. Таким образом, мы с вами рассмотрели, как находятся частные производные, изохронные производные от координат по параметрам, по начальным условиям, по массе возмущающего тела и по возмущающему параметру G2. Вот эти все уравнения у нас здесь в нашем распоряжении есть, их можно программировать. Программируется это все очень легко. Но численное интегрирование происходит не так-то просто. Почему? Потому что уравнение для изохронных производных у нас, значит, интегрируется вместе с уравнением движения, и здесь возникает такая путаница. Для уравнения движения нужно один шаг интегрирования
Вы с шагом интегрирования имели дело практикума. А для изохронных производств другой шаг интегрирования. Что делать? И поэтому делать следующим образом. Вот, по крайней мере, я и один мой сотрудник, вот Максим Варфоломеев, мы поступаем следующим образом. Мы сначала делаем численное интегрирование только уравнение движения. И запоминаем результат численного интегрирования некоторым способом, который мы после рассмотрим, как запоминаются результаты численного интегрирования. Мы их запоминаем некоторым способом. А когда мы интегрируем уравнение для изохронных производных, мы координаты берем из запомненных результатов численного интегрирования. Это очень эффективный способ получается, когда уравнение движения интегрируется отдельно. Получается очень эффект значительный, поэтому в таких задачах часто применяют. Сначала интегрируют уравнение движения, результаты интегрирования где-то запоминают в каких-то файлах. А когда интегрируют уравнение для частных производных, то координаты берут из этих файлов. Как хранятся результаты численного интегрирования, мы с вами рассмотрим в специальной лекции. Таким образом мы с вами научились вычислять элементы вот этой матрицы. Но у нас еще есть вектор-столбец. Посмотрите, что он собой представляет. Это производные от измеряемой величины по координатам. Измеряемая величина зависит от того, как мы ее измеряем. Измеряем ли мы разность там на небе, что мы измеряем на небе. Поэтому вот этот вектор-столбец B зависит от того, как мы измеряем. Но посмотрите, это функция от кси по координатам. И здесь нигде не фигурирует, как зависит координаты от параметров. Это вот в этой матрице. Поэтому такое разделение, оно очень удобно и часто используется на практике. У нас же практическая небесная механика. Поэтому на практике у нас эта матрица вычисляется отдельно, а вектор-столбец вычисляется отдельно. Как вычисляется этот вектор-столбец, мы с вами на следующей лекции, это будет последняя лекция вот по этой теме уточнения параметров движения из наблюдения, мы с вами рассмотрим это на следующей, на четвертой лекции. Вот, эта лекция четвертая завершит наш метод дифференциального уточнения параметров из наблюдений. Вот, ну, здесь уже нечего больше сказать, расскажу только свой опыт вычисления вот этой матрицы А. Поскольку уравнения дифференциальные для изохронных производных нужно делать численное интегрирование, очень часто возникает отказ. То есть получается, что, как вы знаете, численное интегрирование имеет погрешность, и вот получается, что дифференциальное уравнение для изохронных производных имеет значительные погрешности. И мне в моей практике пришлось возвращаться к методу конечных разностей. То есть настолько грубое было численное интегрирование изохронных производных, что у меня ничего не получилось. И пришлось возвращаться вот к этому методу конечных разностей. То есть пришлось брать превращение аргумента, превращение функции, брать их отношения. И тогда получилось. То есть, казалось бы, можно метод конечных разностей не использовать, поскольку он приближенный, а делать численное интегрирование изохронных производных, на самом деле оказывается, что это не всегда приводит к результату положительному. Приходится возвращаться к методу конечных разностей. И в моей практике получилось, что применение метода конечных разностей оказалось более эффективным, чем делать численное интегрирование изохронных производных. То есть, казалось бы, как хорошо с этими изохронными производными, с этими уравнениями, оказывается, что не всегда это хорошо. Вот. Ну, значит, пожалуй, больше нечего сказать про эту матрицу А. Вот. Я несколько начну, поскольку у нас эта четвертая лекция здорово перегружена будет. Я несколько начну про вот этот вектор-столбец. Про вектор-столбец Б.
уточнение массы, про это я уже сказал. Мы добавляем сюда 22-е уравнение. Когда мы делаем уточнение сжатия, посмотрите, здесь какой принцип применяется. Любой параметр, от которого зависит измеряемая величина, может подвергнуться уточнению. Посмотрите, сжатие Земли влияет на движение искусственного спутника Земли? Влияет. Значит, мы делаем, производим измерение движения искусственного спутника Земли, и поэтому мы можем по измерениям движения искусственного спутника Земли уточнять параметры гравитационного поля Земли. Не только G2, а другие, так называемые Стоксовые постоянные, можем уточнять из параметров. Сейчас, извините. Вот, можем уточнять не только параметры G2, а все Стоксовые постоянные. Вот у нас сейчас Владимир Евгеньевич Жаров занимается такой задачей. Он уточняет штук 200. Можете спросить у него, сколько у него параметров уточняемых. Параметры гравитационного поля Земли он уточняет из наблюдений искусственных спутников Земли. Причем очень хитрых наблюдений. Вы можете спросить у него, из каких наблюдений он уточняет параметры гравитационного поля Земли. Там не просто координаты искусственных спутников Земли, а используются так называемые разности координат двух спутников. То есть есть специальные лазерные дальномеры, которые измеряют расстояние между двумя спутниками. Летят два спутника искусственных вокруг Земли, измеряется разность координат. Разность координат зависит от координат каждого спутника, а координаты каждого спутника зависят от параметров движения, от параметров гравитационного поля Земли. Поэтому вот эти вот разности координат двух спутников, которые измеряются очень точно с помощью лазерных специальных измерительных приборов, позволяют определять параметры гравитационного поля Земли с очень высокой точностью. Вот. И вот смотрите, значит, давайте от следующей лекции кусочек возьмем. Построение условных уравнений при угловых измерениях топоцентрических координат. Посмотрите, при альфа и дельта, как они называются? Альфа и дельта – это буквы греческого алфавита. Они у нас называются прямое восхождение и склонение. Это частный случай широты и долготы. Я спрашиваю студентов на экзамене, например. Как называется долгота геоэкваториальной системы координат? Студенты не знают. А это называется прямое восхождение. Как называется широта геоэкваториальной системы координат? Склонение. Вот они здесь фигурируют. И вот посмотрите, у нас, значит, измеряемая величина прямого восхождения, а координаты у нас это х большой, y. Частные производные, вот они. Как вычисляются эти частные производные? Вот они здесь есть. На первой лекции спрашивал, какие примеры измеряемых величин. А потом говорю, измеряемая величина может любая, которая зависит от искомых параметров. Давайте еще раз вспомним, какие могут быть измеряемые величины. РСДБ, знаете, что это такое? Радиоинтерферометрия со сверхдлинной базой. Что там является измеряемой величиной? Там является измеряемой величиной разность времени прихода радиосигнала в два телескопа разнесенных. Вот эта разность времени прихода является измеряемой величиной, она измеряется. Эта разность зависит от координат этих обсерваторий на Земле и зависит от координаты источника. Поэтому координаты источника, то есть космического аппарата, который излучает этот радиосигнал, могут измеряться с очень высокой точностью. Ну вот, пожалуй, и все с этими нашими производными. В следующий раз мы более подробно займемся вот этим вектором B, вектором столбцом B. У нас я лекцию закончил раньше, чем я рассчитывал, потому что очень быстро все мы проходили. Но эта лекция номер 3 на этом заканчивается. Вот. Поэтому, студенты, спасибо за внимание. Значит, лекция номер 3 у нас закончена. Нам осталось по этой тематике
лекция номер 4, на которой мы рассмотрим разные два примера. Мы только два примера, потому что этих примеров множество может быть. Мы рассмотрим только два примера, две измеряемых величины. Это, значит, сейчас давайте забежим вперед. Еще я вам говорил, что есть такая совершенно экзотическая измеряемая величина. Это яркость. Как может быть яркость связана с положением небесного тела? А это происходит тогда, когда у нас происходит покрытие затмения. То есть один спутник покрывает другой. Общая яркость меняется, поэтому яркость зависит от параметров движения одного спутника и другого. Вот такая совершенно необычная измеряемая величина может у нас быть. Но это в следующий раз мы с вами рассмотрим.